Nick Nutrition. Las Vegas, Islap Ru, Fitness Pro House, House Fitness Pro, Денис Логинов и я, Александр Тимошенко. Денис, кто будет победителем 50-й юбилейной Олимпии? Тебе сказать, как я хочу или да. Как будет? Мне хочется так, как ты, как будет и как ты скажешь. Как я хочу, я бы хотел, конечно, чтобы Кай Грин выиграл. Это мое желание. Но оно может не совпадать с желанием судей. Думаю, все-таки в итоге выиграет Фил Хит. Кай Грин станет вторым. Ролли, возможно, станет третьим. Вульф, возможно, попадет в пятерку. Хороший прогноз. Но на самом деле, как бы, сердцем все-таки с Каем Грином. Конечно. Кого-то уже пригласил? Нашел кого-то, кого можно пригласить в Петербург? Ну, в данный момент мне больше интересны европейские, да, чтобы конкуренция была с нашими атлетами достойная. С американцами, в принципе, проговаривали. Шон Родена проговаривали, но... тайну, если открыть, то Шон Роден не хочет приехать, все боятся ехать в Россию. Тони Фриман выступать не будет, тоже хотел. Ну и посмотрим на итоги Олимпии. Отсюда уже и сами про-спортсмены так немного расслабятся и будут с какими-то желаниями искать. Большое спасибо, Денис. Большое тебе спасибо. Пока, спасибо. Так,